Хей, друзья, с вами SteamPro, и сегодня я покажу мод на технику для Minecraft Base Edition. После установки этого мода в вашем городе появляется очень много разной техники. И да, друзья, вот и вышло обновление для глобального мода, которое приносит нам опять же очень много разной техники. Ну что, давайте начинать. Во-первых, у нас появляется, друзья, вот такой новый мини-байк. Или, друзья, я не знаю, как еще можно назвать, но текстура очень хорошая. И, возможно, он был раньше, но я вроде его не замечал, друзья. У него такие квадратные колеса, и вы можете в него также лезть с помощью кнопки Right, друзья. Так, почему-то у меня не берется топливо. А, мы должны отойти от мотобайка, все понятно. И что ж, мы его заправили, друзья, и теперь на нем мы можем спокойно кататься. Ну, конечно, включу я вид, друзья, третьего лица, и выглядит это просто шикарно. Я не знаю, что еще можно сказать, но было бы хорошо, если все вот эти вещи не двигались. То есть автор этого мода мог бы заменить все вот эти вещи на ID-камеры. Ну, это было бы, конечно, очень долго, друзья, переделать все ID, но все же, если автор постарался бы, то он смог бы это сделать. Так, сейчас мне нужно убрать вот эти надоедливые надписи, но мне мешает... Так, все. Мне уже ничего не мешает, друзья. И теперь у нас все хорошо. Также добавили такой квадроцикл, который просто бомбезно выглядит, друзья. Это просто очень классный квадроцикл. И текстура у него просто очень классная. Но почему-то заправить я его не могу. Я не знаю, по какой причине. Но, возможно, это первый баг в этом моде, друзья. Ну, дальше. Как видите, ничего не получается. Ну, дальше у нас идет, друзья, машина бок о бок. Я не знаю, почему у нее такое странное название, но у нее, друзья. Может, и у него, но у него такое странное довольно название. Которое, по идее, наверное, это, друзья, какой-то китайский фургончик. Ну, дальше идет машина баги, наверное, все ее знают. Это машина для передвижения по песку или слишком каменистые или грязные, друзья, дороги. Но она, по идее, используется, наверное, друзья, я даже не знаю, где она используется. Используется при каких-то гонках. Но она у нас куда-то поехала. Куда ты, дружок, поехал? Да, очень странные машины. Они почему-то не заправляются. И они куда-то еще едут. Возможно, друзья, это баги новой версии. Но также разработчик добавил здесь кнопку своего канала, при нажатии которой вы переходите на его канал. Ну, также, значит, вот здесь можно красить моды, друзья, машины. Ну, чтобы покрасить машину, вам придется приобрести про-версию этого мода. Ну, друзья, я могу скинуть про-версию этого мода, когда он выйдет в интернете. Если хотите, то пишите в комментарии. Я сниму обновленное видео, где я скину эту про-версию мода, друзья. Ну, а пока что на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.